О надвигающейся непогоде, как ни странно, не оповестил ни МЧС, ни гидрометцентр. Так ливень со шквалистым ветром оказался полной неожиданностью как для населения, так и для властей. Городские службы были переведены на усиленный режим, но, несмотря на это, коммунальщики до сих пор устраняют последствия стихии. Только Пушинского убрали. Из-за шквалистого ветра и дождя произошли аварии, приведшие к локальным перебоям в подаче электроэнергии. На всех аварийных участках работают бригады Россети «Северный Кавказ», а содействием оказывают городские службы. Данная работа нами контролируется. И все обращения жителей принимаются, и своевременно все реагируем мы. Со слов горэлектростей, когда планируете завершить? Со слов горэлектростей работы будут завершены сегодня до вечера. В данный момент продолжается вывоз поваленных деревьев. Проспекты Бибулатова, Акушинского и Шемеля, наиболее пострадавшие от дождя, сегодня были очищены от камней и грунта, которые смыло с горы Таркитау. Бригадам городских служб также приходилось выкачивать воду из подвальных помещений. Если видите, воды уже не осталось, вся вода сошла. Также работает бригада у нас в центре города. Папатырая, Котрова, Дахадаева, Бибулатова и многие другие улицы города Махачкалы. Омывали улицы столицы вакуумно, подметальные машины и водовозы. Работа была организована в круглосуточном режиме. В таком же режиме городской оперштаб продолжает работать и сейчас. Стоит отметить, что в ближайшие выходные синоптики обещают хорошую погоду. В выходные дни в городе Махачкале будет комфортная погода, без осадков. Температуры довольно-таки не очень высокие, но жаркие. В пределах 26-28, начнет 21-22. Лариана Шамхалаева, Патимат Ханапова, новости ННТ, Махачкала.